На семинаре, как на консультации перед ответственными выпускными экзаменами, председатели территориальных избирательных комиссий Ростовской области слушают советы от своего начальства перед предстоящими выборами. Именно на них лежит ответственность за подготовку участковых комиссий и за проверку кандидатов на наличие судимости или двойного гражданства. Единый день голосования пройдет 13 сентября. Жители области будут выбирать главу региона и депутатов в городскую думу. Мы должны прежде всего заботиться об хорошей подготовке территориальных избирательных комиссий, с тем, чтобы не возникало вопросов по регистрации кандидатов, по организации избирательных участков. Решено, что в единый день голосования председатель облизбиркома будет находиться в шахтах и лично проверять все избирательные участки города. Его коллеги в этот день поедут в восточные районы и в дельту Дона проверять доступность избирательных участков на островах. Инспектировать будут на уазиках или моторных лодках. Ну, для нас сегодня важна на самом деле подготовка к выборам, которые предстоят в текущем году. Это выборы муниципальных образований во всех городах. Практически в области впервые за 14 лет будут выбирать губернатора. И принципиально важно, чтобы все комиссии и администрации подготовили и провели это на высоком уровне. Помимо Ростова, подобные совещания уже провели в Ленинградской области, Кемерово. Скоро председатель Центр избиркома посетит Кострому и Астраханскую область. Екатерина Лободина, Андрей Токарев, на Дону.